Катя и Петя постоянно находят классные лайфхаки, потому что, ну, очень хотят в Прагу. Вот спят они такие, а у Пети, как всегда, 100-500 будильников. И главное, ни одного из них он не слышит. Спит, как вялый суслик. И тут Катя решает устроить ему бодряковый подъем. Гениально и просто. А ты хочешь в Прагу? Присылай нам свои лайфхаки, и, возможно, именно ты поедешь со всей семьей на Рождество в столицу Шкода и Simply Clever.